Итак, миссия Virility. Будем мочить, видимо, производителей Кока-Колы. Ну или... Не знаю, что-то может убивать мозг, кроме Кока-Колы. Яги, во! Яга засирает мозг. Кстати, надо задуматься. Действительно, Яга может быть как раз той самой Virility. Что еще здесь можно вкачать такого, что мне понадобится? Вот это мне сказали... сказала игра, что можно при помощи нее бензопильщиков расхреначивать немножко. После использования драйва нажать еще раз треугольник. И надо еще что-нибудь для арбитра или для Азириса. Боже, как оно медленно все переворачивается, вы бы знали. Ну просто медленно очень сильно. Грабли уровень 2, зачем это? Блин, ну это коряво же. Ужасно. Я не знаю, где это применять можно. Враги все равно быстрые, тебе не дадут этого сделать. Ну, давайте черный и белый вкачаем. Блин, черный и белый, какой нахрен черный и белый? Я так и не понял, и что здесь такое? Рикошет будет... Будут выстрелы рикошетить? Что это за... Тупизна. Уклонение в облике демона. Благодаря выбросу адреналина наносимый Данте урон увеличивается, если уклонение в облике демона удалось выполнить безупречно. Данте перемещается через лимбо, получая бонус к уклонению и неуязвимости. Ну вот давайте вот это вкачаем, чтобы увеличился урон, если я смогу увернуться. Я правда думаю, что этого не получится сделать у меня никогда, но ладно. Здесь мне пока что нечего покупать в магазине, так что начнем-ка мы миссию. О, естественно, сейчас еще что-то будет загружаться. Я все эти комбо видел, спасибо, разработчики, вы бы могли, как бы, ну, как бы не показывать мне это все. Спасибо, и Дант превратился в кусок кляксы. Отлично. Почему-то звук пропадает в загрузочных роликах, я не знаю почему. Вот на секунду пропадает, уже второй раз так, кстати. Ну что там так долго грузится? Я просто игру перезагрузил, после чего у меня вот такая вот хрень. С долгой загрузкой. I was here years ago as a child. I explored the whole facility unseen. I sensed a demon under the factory. Суккубша. О, это та самая суккубша, с которой приходилось драться в демоверсии. That's what they used to control us. Welcome, visitors, to the Virility Factory. Virility's secret ingredient is what makes Virility the number one soft drink in the world. And best of all, it has been scientifically proven to improve weight loss by 21%. Если вы будете пить каждый день, то скорее всего у вас отвалится член. How do people actually fall for this crap? If you're told something's true often enough, you tend to believe it. They told me I was crazy for seeing demons. Yeah. They tried telling me I was a basket case too. Wanted to put me on drugs. Said it would make me better. They lied. They just wanted to keep me weak. Docile. How did you figure it all out? Virgil pulled me out of the nightmare. You? When the people you're supposed to trust most turn out to be... Ничего не понял. Это он воспоминания, что ли, свои рассказывает? А, как он стал отходником на демонов, точно. О боже. Верилити почти как Вирджинити. О боже. Я это сказал, не стоило, наверное. The succubus is hidden deep inside the factory, but there is no physical way to reach it from our world. Only from Limbo. There's a rift inside. Rest assured that it has been deemed both safe and beneficial by our trustworthy and ethical scientists. Keep out!
девушка, Кэт, у тебя какой-то гейский костюм. Хотя, знаете, назвать девушку геем, это то же самое, что назвать буханку хлеба батоном. Все буханки хлеба, вы батоны, понятно? Сейчас три буханки хлеба, которые меня смотрят, насупились и говорят: «Ах ты, скотина подлая! Как ты меня обозвал?» Я сюда пойду сначала. Yeah, in limbo. Virgil says it could be an effective intelligence gathering tool, but I can't do it at will. So, how did you do it before? It was triggered by extreme psychosomatic trauma. The nightmares. What are the nightmares? It's in the past now. Так вот сидят они такие, видимо, с хлебными ручками печатают что-то. Сейчас напечатают и уйдут. Бедные буханки хлеба, я их только что так обосрал. А знаете, что надо сделать, чтобы буханка хлеба сошла с ума? Нужно ее подвести к какой-нибудь клавиатуре разобранной и показать туда. Она же будет думать, что как будто кто-то устроил холокост хлеба. Для хлеба, точнее. Неважно. Это... А здесь, кстати, прыгать не могу, только бегать. Даже оружие достать не могу. Видимо, только в Лимбо у меня оружие, что ли? Судя по всему. Эх, давай. Вылезай кто-нибудь, я буду бить. I was in limbo. What are you doing here? Escaping my nightmares. You came to limbo to escape your nightmares? Yes. Логично. Женская логика. В общем, не спрашивайте. Данте тоже охерел. Камон, ну Кэти, давай. Кэти, Кэти. Киса. Киса. Once you're in limbo, all you have to do is retrace your steps back to the mixing room. Should be easy enough. Maybe, but the demons may sense you once you're in limbo, so stay alert. And once I've reached the mixing room? You'll be able to descend deep down into the factory. And kill me a succubus. Ага! Убить суккубшу, хотя... по ее виду не скажешь, что она суккубша, это просто капец. Если... по ее виду... Ну, в общем, давайте это оставим на потом рассуждение. Если я о нем не забуду. Окей. Okay. It's here. Какая-то у тебя маленькая попа. Ну хотя пойдет Данте. Он тоже не такой же большой. What the hell? Потрясающе! Змейка из коробок и стеллажей. Данте? Down here. Все нормально. Good. You're right. It's a lot bigger here in limbo. What next? Head back to the mixing room. I'll meet you there. Нет, просто ты стал маленьким. Stupidity. Drink virility. Ну, это уже что-то, опять же, из фильма They Live от Джона Карпентера. Что они? Что-то в последнее время многие создатели игры любят копировать Джона Карпентера. Как-то странно. Так, а что? Куда мне идти? Просто два пути есть. Хм. Два пути, куда мне идти? А, плевать. Это, видимо, так для повторного прохождения оставили второй путь. Что было поинтереснее. Ой, спасибо, сервис просто на грани фантастики. Что это было сейчас внизу? А, просто декорация, окей. Отлично, вот этого мне еще не хватало. А чё это вы выползли, а? Давайте попробуем скользнуть, кстати, от них.
Все понятно. Надо тайминг разработать. Что-то ничего у меня не получилось. Я же говорю вам, бесполезная штука была. Лично для меня. Маленькая засранка летающая. И вы маленькие подлецы ползающие. Таракашки, таракашки, таракашечки. Вот это было опасно. Опасно было. Воу, надо было туда влететь. Не сообразил. Так, ладно. Сам виноват. Вот сейчас я молодец. Главное не запутаться в кнопках L2 и R2, которые активируют разные режимы. А боже, может не надо мне каждый раз это показывать? А, привет, рогатик. Рыцарь Азада. Пошел нахер от меня. Че, все, что ли, кончились? Отлично, пойдет. Ага, вот мне дали Perfect Evade. Да какого хрена, отстань от меня. Нахер, 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 нахер. Кто еще остался? Я брутальный самец. Покажите мне. О боже, только не эта херня. Нахер, пошли от меня. Еще и смс-ки приходят не вовремя. Я нажимал R1, я запнулся. Да господи. А? Что мне делать? Вовремя увернулся. Я только что его притянул, но почему-то он не притянулся. А где эти двое? Да, это было ужасно, я согласен. Еще что ли остались? Нахер, 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 нахер. Кто еще? Ну-ка, подошли сюда быстро. Там я еще ключик только что увидел за забором. Надеюсь, мне его забрать дадут. Ключик. Нет, не дали. Ах вы сволочи. А хотя вот здесь можно пройти. Все отлично. Старик, шоу окончено. Вот и нету шоу. Деньги. Деньги в пауках, это, конечно, клево. Ну, хотя это не деньги, это души. Но душа в пауке, это как-то по-идиотски, вы не думаете? Я стреляю в яд, отлично. Я думаю, ничего мне не надо у этой статуи пока что. Классно, кстати, мир превращается. Мне интересно, если эти осколки не разбить, они меня убьют или не убьют, или чё? Я просто не, я не такой тупой, как вот сейчас написано на различных коробках, поэтому я и проверять не хочу. Отлично, а я бы не понял, что туда надо идти, хотя, может быть, и не понял.
Да затрахали, все, уйдите от меня. Я хотел вообще вон ту вот притянуть к себе балку. Оу, точнее даже не притянуть, а проехаться. А вы мне не дали. А вот ее я, кстати, не слышал из-за того, что музыка играет. Ай-яй-яй, музыка. Плохо меня так отвлекать. Так, я так полагаю, здесь прохода нету? Нет, здесь проход есть, но вот тут есть какой-то более альтернативный проход, наверное. Он мне больше нравится. Это глупо было, но было круто. Круто, но глупо. А может быть, мне и сюда надо было? Вот черт его знает, кстати. Внизу же ничего нету, ничего нету. А, это, видимо... Замечательно. Что это было? Ну вот, теперь я перелетел. Как мне реагировать на это все? Ну, не реагировать, рассчитывать точнее. Ну, естественно, это я не могу разбить, как обычно. Unreal Engine 3! Неразбиваемые коробки с 2006 года. Чё это? Совет для продвинутых игроков. Не трогайте это! Режим демона делает Данте невосприимчивым к инферно рыцарей ада. А, понятно, надо режим демона просто включить. Я уворачивался. Тройной урон. А теперь с тобой разберемся. Обалдеть, он, наверное, охерел. Он даже ничего сделать не смог. Но это, кстати, был... Вот это, кстати, интересная задумка. Два разных оружия, и убивать из них можно определенных врагов. Я, по-моему, об этом говорил еще, когда в демоверсию играл. Где-то душу слышу, вон она, наверху. Ай, чё? Еще одна. Видимо, там где-то можно залезть. А может быть и там. Вижу зеленый свет. Это всего лишь декорация, обломись ли я. Вот такая вот дела. Вот такие пироги. Stupidity. You're so stupid. Я даже не знаю, здесь стоит попрыгать или там. Хотя как-то я там прыгну. Мне надо там ящик разбить. Ладно, давайте, здесь два пути есть, видимо. Попробуем этот путь. Это было не очевидно. Какая глупая смерть, наверное, бы была сейчас. Надеюсь, это все за смерть не считается. Я нажимал квадрат, как только увидел ее. Почему-то он не зацепился в первый раз. Stupidity, да, действительно, stupidity. Еще раз. Так, это, видимо, нельзя открыть. Я подумал, что это можно открыть, но... Нет, нельзя. И что мне делать, по кругу идти? Или выше? Зато я ключик нашел. Еще и серебряный. Я молодец. Какой я молодец. Ну вот куда мне идти, я не знаю, поэтому я не молодец сейчас нисколько. Абсолютно не молодец.
What the fuck? Что я должен делать здесь? Может быть, я должен вернуться назад, но, блин, зачем тогда здесь такие прыжки устраивать? Так вот же красная дверь, я хочу ее открыть, видимо, нельзя. Ну давайте попробуем еще раз здесь. О, чуть не перелетел снова. Может быть, я что-то здесь не заметил? Твою мать, там всего лишь опциональная арена была. Территория. Ну, по крайней мере, я нашел ключ. Это хорошо. Почему-то все это мне напоминает немножко Silent Hill. Герой попадает в какой-то другой мир, в котором все чернеет, темнеет. Враги на него там нападают всяческие склизкие. Ну, ребят, здрасте. Ну вот, я только что вернулся. Какого черта, ни хрена себе, сколько вас! Ну вот, обломали мне такой комбо. Черт, у меня тройной удар. Вот так вам всем понятно? И тебе тоже. Ты кто такой? Пошел в жопу! До свидания! Не-н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 е! Пока! Ну вот он мне обломал весь кайф! Самая лучшая тактика — забить в угол его. И там его, соответственно, забить. Вот так вот вам. Еще кто-то пришел. Совет для продвинутых игроков: огонь по своим. Многие враги могут влиять на друга своими атаками. Очень часто это может быть использовано на пользу Данте. Твою мать. Все, убит, представляете? А нет, не убит. Ну вот сейчас тройной удар был, так что. Я пытаюсь сделать то комбо, у меня не получается. Который с паузой. Ей! Все уничтожены к чертям собачьим. Фак ю, Данте. А ты Дантес, а имя Пушкин! Из ада. Еще 7 душ, и я буду готов купить улучшение здоровья. Кстати, ни одной еще двери не нашел, которую можно было бы открыть. Не-не-не, сам сдохни, понял? Я не пойду к тебе. Ты злой. Ты злой и подлый. Не знаю кто, но ты... Я думаю, что лужу с мочой лучше перепрыгнуть. А это действительно нужный коридор был. А, fuck you. Все, дай, да дай. Ты замахнись еще на меня, давай. Только он убил, был убит после 3 ударов с тройным уроном. Нет, после 2. Да, после 2. Первый не считается, первый я зафейлил. Сраные поганые лабиринты, что фаса? Ой, мальчишки, кибальчишки, паучишки. Спасибо тебе. Надо, что ты с 3. Почему, ну, почему с 3 раз? Вот. Что за дискриминация?
дискриминация этих дверей. Синеньких, ведь... Ведь они могут быть разбиты только с трех ударов. Или наоборот, это дискриминация красных дверей. Козел! Не надо ломать подвал. Ведь подвал может как бы, если обвалиться, если он обвалится и... может и все здание обвалиться, и тогда ты сам сдохнешь, кто ты там, не знаю, царь демонов. Если честно, я не видел, что там написано было. Ключик. Тайные зоны недоступны... Что? Какого хера ты тут откуда взялся? Вот и все. Карма! У меня карма выросла. Ну, теперь она доступна, да. Кстати, эту миссию, которую я пропустил, можно перепройти из главного меню. Зайти в нее из главного меню и перепройти. Там, в той миссии, которую я пропустил, нужно было убить определенное количество врагов за определенное время, соответственно.